Так классно получилось, друзья. Мне вот так нравится. Это будет маска на Новый год. Это свинская голова, и она была тоненькая и дохленькая. Я думал, сейчас с нее сделаю и колбасы, и холодца, и всего-всего-всего. Привет, друзья! Привет, мои дорогие подписчики! Как всегда, у меня голова. Я обожаю что-нибудь готовить из головы. И в этот раз у меня вот такая классная хрюшка. Вот такая хрю-хрю-хрю. Свиная голова. Друзья, что же можно приготовить из свиной головы? Да все что угодно. А что же мы будем делать? Сейчас я покажу, как правильно подготовить голову свиньи к термообработке. Это голова из магазина. Она предварительно слегка обожжена, но из-за того, что ее очень легко обожгли, у нее очень толстая шкура. Кожа у свиньи очень толстая из-за этого обжига. И кое-где еще есть волосики. Поэтому сейчас я буду ее дообжигать. Для обжига я использую вот такую самую обычную горелку. Я думаю, нужно было назвать мое видео «Как обсмолить свинью в квартире». Вот так хорошенечко подзолотилась шкурка. Конечно, она стала черненькая, и это правильно. Теперь я беру сеточку для мытья посуды и все это снимаю. Вот так очень легко, смотрите, сразу кожа становится светленькой. Вот такая красивая, чистая, вымытая головка получилась. Я ей уже, как всегда, вымыл и глазки, и носик, и ротик. Здесь все полностью чистое. Что же я хочу сделать из свиной головки? Сейчас я начинаю вырезать всю мякоть с кости. Вот так, это не очень сложно, но и не очень легко. Я как смог, так и снял полностью все мясо, сало и кожу с головы свинки. Она вот такая красивенькая. Я еще раз хорошенечко вымою ей полностью ротик, носик, все, что здесь осталось, где я не мог добраться. А вот это будет маска на Новый год. Хрю-хрю. Конечно же, я шучу. Смотрите, вот это все осталось очень вкусное. Когда я осмолил свиную голову и разрезал ее, я начал думать, что же из нее приготовить. Мяска в самой голове абсолютно не оказалось. Вот только такая кожа, немножко жира и вообще мяса никакого нет. И я решил воспроизвести рецепт, который делают блогеры в Африке. У них есть всегда свиная голова, они ее варят в казане, а потом обжаривают с ароматными пряностями. И я хочу сделать такой же рецепт. Я хочу узнать, насколько вкусная голова в этих восточных пряностях. Сейчас я ставлю бульончик. В бульон я добавляю черный перец, тимьян, орегано и несколько лавровых листиков. Также морковка и лук. В лук я воткну вот такие бутончики-гвоздички. Ставлю бульон и варю косточки и свиную голову до готовности. Кожа со свиной головы варилась 3 часа. 2 часа без овощей и 1 часик с овощами. Она стала очень мягкая, нежная. Класс. Она уже великолепная. Я сейчас хочу воспроизвести рецепт, который очень популярен на некоторых видеоканалах. Для этого я использую имбирь, чеснок, мисо-паста, лимон, соевый соус. У меня и светлый, и темный. А вот здесь жмых от шрирачи. Шрирача — это острый ферментированный китайский соус из острого перца чили. Как я делаю самую вкусную в мире шрирачу, ссылочка вот здесь вверху. Конечно же, кожа головы и немного меда. Это свинская голова, а здесь имбирь, чеснок и лимончик. Готовится очень быстро. Сначала я пропитал соусом всю кожу головы на одной сковородочке и почувствовал, что все-таки ее нужно слегка обжарить. Переложил на другую сковороду и без жира обжарил, то есть прогрел, чтобы она стала суше.
пахнет именно тем, что я добавлял. Лимончик, соевый соус, имбирь, чесночок. Класс! А вот это тот соус, который был и вот он остался. Вот соус вообще пахнет мощно. Ой, как же текут слюнки. Поставь соус и дегустируй. Да, сюда бы, конечно, сами знаете что, но... Соуса. Конечно, я узнаю вкус головы свинки, он очень характерный, но все, что вокруг, это настолько необычно. Вы знаете, это новый способ, это новое решение вообще в кулинарии в европейской, вот так подать в свиную голову или свиную кожу с жирком. Имбирчик. Покрупнее кусочек. Соус. Вкуснятина. Это великолепно. Я настолько рад, я так воодушевлен, потому что, когда я купил эту голову, она была маленькая и молоденькая. Я думал, сейчас с нее сделаю и колбасы, и холодца, и всего-всего-всего. Но когда я снял с нее кожу, там кожа была совсем чуть-чуть, и она была тоненькая и дохленькая. И вот такой обалденный способ приготовить эту кожу. Так классно получилось, друзья. Мне вот так нравится. Если вам понравилось мое видео, ставьте, конечно же, вот такие огромные лайки. Пишите комментарии, как готовите именно свинскую голову вы. Мне очень понравятся ваши способы. Я постараюсь самые интересные из них приготовить. Конечно, и скажу, что это были рецепты именно ваши. А также подписывайтесь обязательно на мой канал, ссылочка вот здесь внизу. Здесь рядышком есть колокольчик, нажимайте на колокольчик, и вы будете всегда в курсе всех новых видео. Сейчас в конце будут интересные заставки, самые лучшие мои видео, самые новые. Нажимайте на все заставки, там будет обалденно, настоящее кино. Пишите сюда в комментарии, что вы думаете обо мне, о моей кухне, о моей готовке. И помните, кухня – это самое спокойное место.